Секретская Рима, дайдрическая броня и дайдрическое оружие! Просто на первом уровне. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Ну что, ой, наем. Друзья, у меня есть самое невероятное, самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. Зацените, ссылочка внизу, просто зацените. Ребята, дайдрическое снаряжение, оружие и броня просто на первом уровне. Смотрите, для этого вы должны, конечно же, отправиться в коллегию Winterhold. Сюда можно прийти на первом уровне, без проблем. Получите здесь комнатку и, смотрите, в зале поддержки обращаемся к этому парню. Древис... Не Лорин. Ты меня видишь? Тебя все видят. Обливиан вас подери. Я был уверен, что не видим. Теперь берем последнее задание. Или вот эту строчку. Я могу чем-нибудь помочь коллегии. Есть одно дело, в котором твои умения могли бы пригодиться. Фокусные точки магических энергий в коллегии загрязнились. Я помогу. Хорошо. Эти зачарованные перчатки позволят тебе работать непосредственно с энергетическими фокусами. Да. Осмотри каждую фокусную точку и удали загрязнения, которые обнаружишь. Без проблем. Когда закончишь, верни мне перчатки. Вот эти вот фокусные точки, всего их три, нужно нам прочистить. Самое главное, друзья, одеваем одежду. Эти перчатки. Всегда задумался, зачем вот эти вот дырочки, а? Как наперстники. Одеваем и самое главное, друзья, самое главное, нажимаем F5. Я за этот квест, конечно, рассказывал. И ребята знают, что он дает. Так, активировали, получили камень. И самое главное, получить нужный эффект. Плюс 25 это мало. Это мало, нам нужно получить плюс 100. Вы можете ничего не получить, вы можете получить плюс 25, можете получить плюс 100. Самое главное, дождаться плюс 100. Ну... Плюс 100! Плюс 100 повышение магии на 2 реальных часа, друзья. И такой же фокус мы проделаем со второй фокусной точкой, друзья. Да, нам нужно получить хотя бы 2 эффекта по плюс 100. Вот вторая фокусная точка. Сохраняемся. И поехали. Плюс 25 и плюс 100. Ладненько, давайте попробуем в третьей точке. Вот она, это зал достижений. Потому что плюс 100, плюс 25. И если будет еще плюс 100, сохранились. Пробуем. Вау! Вот, друзья, плюс 100, плюс 100 и плюс 25. Конечно же, вы можете добиться плюс 100, будет плюс 300. Плюс 300 на первых левелах. Это просто бесконечная, мана, друзья. Возвращаемся в зал поддержки. Здесь... Немножечко левее. Будем этого парня. Если Фенис. Призывать нежить, нам нужен его магазин. Погляди. Книги. Захват душ. Ладно. Купили. Отлично. Теперь отправляемся в любое место, где есть какое-то существо, которое мы можем победить. Любое. Любое. Ну, я отправлюсь сейчас в Миден, потому что это ближе всего. Вот сюда пробегаем. Угу. Вот сюда. Сюда. И здесь у нас Драугр. Иди сюда, малыш. Не бойся. Не бойся, мой маленький. Ладно. Все. Ребята. Заходим в книги. Захват душ. Берем колдовство. И просто качаем. Как видите, манна восстанавливается со скоростью света. И у вас манна просто бесконечна. Просто бесконечна. Конечно, вы можете без этого эффекта таким способом просто ждать один час. Но это как-то имбово. И когда ты играешь на выживание, такой фокус уже не пройдет. Да. Я без эффектов прокачал за 8 минут, друзья. Вот, за 8 минут до 90. Нам нужно прокачать колдовство до 90 уровня. Прокачали, друзья, колдовство до 90 уровня. Не поднимайте уровень. Просто возвращайтесь обратно. К Фенису Гестеру, в зал поддержки. И выбирайте, есть ли в школе колдовства что-либо, чего мы еще не касались. Как быстро ты продвигаешься. Это производит впечатление. Есть и другие заклинания, о, да, которыми ты пока что не владеешь. Но это рискованно.
Риск есть всегда. Всегда. Тебе придется призвать освобожденного Дримору и подчинить его себе. Отлично. Я научу тебя заклятию призыва Дриморы, но учти, что оно сработает лишь в правильно подготовленном месте. Сейчас пойдем туда. Когда ты призовешь Дримору, прикажи ему принести тебе сигильский камень с врат Обливиона. С Обливиона. Получив сигильский камень, я начертаю нужные тебе заклинания. О, да. По-моему, все просто. Легко сказать. Призыв освобожденного Дримора не похож на другие заклинания. Угу. Ему придется доказать, кто тут главный. Докажем. Вот нужные тебе заклинания. Поднимайся на вершину зала достижений. Я приготовил там для тебя место. Теперь прости, мне пора. Хорошо. Теперь, друзья, летим туда и призываем. Нам нужно будет победить Дримору на первом уровне. В чем хитрость? В том, что мы его побеждаем на первом уровне. Он очень легенький. Не, ну если, конечно, вы играете на легенде, то такой фокус у вас не пройдет. Так, стали. Магия, колдовство и поехали. Я призываю тебя! Почему мы не сделали более грубый голос? Шокострата. Шучу. Ага, дело как-то, я тебе говорю. Как я. Какое оружие он достал, да? У вас в Обливионе всегда такое оружие выдают, да? Я так весь день могу? Нет, я... И тут он сдается. Что приказ? Приказываем ему принести сигильский камень. Да, моя госпожа. Призови меня еще раз, и у меня будет твой камень. Твой сигильский камень. Лорд Дагон не очень доволен потерей. Все, друзья, получили. Теперь просто-напросто. Ой. Ой. Отправляемся обратно в Мидден. Так, возьму огонь. Обратно, просто пулей. Летим вот сюда. Теперь. Хоть налево, хоть направо, вы все равно попадете, по-моему, в ту локацию, которая нам нужна. Вот сюда, и вот она, друзья. Вот она, кузница атронахов. Астронавтов. Как я люблю называть, друзья. Да, вот сюда мы помещаем сигильский камень, без него ничего не получится. А вот сюда мы кладем кое-какие вещички. Сейчас я вам покажу, какие. И вот вещи, которые нужно положить туда. Великий камень душ. Вы можете его найти в коллеге, друзья. Камень заполненный. Давайте я сейчас складирую их туда все. Теперь эбонитовый слиток. Эбонитовый слиток на самом деле не проблема достать на первом уровне. Дальше идем в ингредиенты. Это сердце Даэдра. Их тоже можно получить на первом уровне парочку. И вы знаете где. Я ранее рассказывал в своих секретах Скайрима. И, друзья, соль пустоты вы тоже можете найти в коллегии Винтерхолд. Самая главная фишка, что зачарование получается случайное. Чисто случайно. И вы также сохраняетесь. То есть сохранились и ждите тот артефакт, который вам больше всего понравится. Нажимаем. О да. Сначала мне выпала броня регенерации. Просто на изи! Получайте дейдрический сет с нужным вам зачарованием, если манипулируете сохранениями. Вау! Теперь дейдрическое оружие, ребята. Смотрите, все остается то же самое, только единственное место соли пустоты вы добавляете серебряный меч. Его тоже не просто получить, но если вы знаете где, то можно. Теперь сохранились. Угу. Вот, друзья. Как видите, выпал. Отстань. Одноручный боевой топор.
Вот. Нежить уровня 30 ниже обращается в бегство на 30 секунд. Не знаю, мне выпадал только топор и постоянно двуручное оружие. Скорее всего, если манипулировать какими-то камнями душ, то может быть будет еще другое оружие. Если что, напишите. Да! Самый невероятный, самый имбовый способ получить самую мощную защиту. Практически самую мощную защиту на первом уровне. Ладненько, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И скоро нестандартное прохождение продолжения. Все, друзья, пока.